Итак, несколько минут назад в Кремле был подписан пакет двусторонних соглашений по итогам переговоров Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Документы касаются облегчения визового режима для бизнесменов двух стран, атомной энергетики, транспорта, нефтяного сектора. По окончании переговоров Путин и Моди выступили с заявлениями. Ранее Путин предложил организовывать встречи деловых кругов России и Индии 2 раза в год и выразил желание в них участвовать. По словам Путина, Москва заинтересована в том, чтобы компании Индии активнее размещали свои производства в России. Он также отметил спад взаимного товарооборота и заявил, что нужно активнее развивать сотрудничество. Президент также рассказал о том, что сфер сотрудничества России и Индии становится все больше. Завершается сооружение первой очереди атомной электростанции Куданкулам. 2 энергоблока. В ближайшее время приступим к строительству еще 2 блоков. Всего в течение 20 лет планируем возвести в Индии 12 атомных энергоблоков с использованием российских технологий. Энергетические компании наших стран наращивают совместную работу по разведке, добыче и переработке нефти. В этом году Роснефть и индийский концерн ЭСЭР договорились о поставках нефти 10 миллионов тонн ежегодно в течение 10 лет для загрузки нефтеперерабатывающего завода в штате Гуджарат. «Газпром» реализует долгосрочные соглашения о поставках в Индию сжиженного природного газа, в том числе с месторождений российского арктического шельфа.